Уважаемые коллеги, ну, о актуальности проблемы сегодня, в общем-то, уже звучало, поэтому я подробно останавливаться не буду. Скажу лишь, что действительно гепатокарцинома регулярно занимает ведущие позиции по встречаемости и смертности. Распространенность первичных злокачественных опухолей, в том числе в России, с каждым годом растет. А целесообразность, объема и эффективность лечебных мероприятий во многом зависит от качества диагностики. Ну и, соответственно, вот принято говорить о мультидисциплинарной команде, которая должна вести пациентов с а, патологией печени, вот а, тот блок а, а, вот этой мультидисциплинарной мульти команды, за которую отвечает лучевая диагностика, конечно, он а, имеет а, су существенное значение. А, все виды а, лучевой диагностики а, так или иначе участвуют в оценке состояния гептобилярной области, а, но, конечно, цели и задачи у них разные. А, вот. А, ну, в принципе, если все методы используются, это о чем нам говорит, что с одной стороны у них у всех есть какие-то плюсы, поэтому они сохраняют свою актуальность, вот, а с другой стороны у них есть минусы, потому что если бы был какой-то метод, который обладает только плюсом, он бы вытеснил все остальные. Вот. Какие же это минусы? Ну, если речь идет о рентгеновской диагностике, это, конечно же, недостаточная естественная рентгеновская контрастность мягких тканей, поэтому в основном этот метод применяется в виде рентген-контрастных процедур, там, холонгиографических, ангиографических. Ультразвуковое исследование – это высокая оператора и аппарата, аппарата, и оператора зависимость, ну, и вот сложности с, скажем так, проникновением контрастных препаратов в реальную клиническую практику. Радионуклидная диагностика это лучевая нагрузка и ограничения по пространственному и временному разрешению, не лишенных своих недостатков и компьютерной магнитной резонансной томографии, которые в настоящее время считаются ведущими методами в плане визуализации очаговой патологии печени. Так, у компьютерной томографии имеется лучевая нагрузка и все-таки относительно низкая контрастность, по крайней мере, нативных изображений. При МРТ это абсолютно относительно противопоказание и как бы, ну, Продолжительность исследования, которая приводит к возникновению артефактов и других сложностей и ограничений но все-таки все-таки КТ и МРТ это ведущие методы за счет чего за счет достоинств какие же достоинства у МРТ это прежде всего неинвазивность это высочайший тканевой контраст и возможность его менять да то есть мы на выходе получаем не одну серию изображений а множество каждое из которых характеризует нам те или иные тканевые характеристики физические свойства исследуемого области и соответственно поэтому у нас возможности для оценки в том числе там тканевого представительства Значительно шире. То, что сканирование при МРТ может исходно быть выполнено в любой плоскости, то, что биологические жидкости являются естественными контрастами, ну и что в целом изображение при МРТ строится на сигналах, которые излучает сама ткань, да, а не на какой-то косвенной информации. И вот этот вот, скажем, массив достоинств МРТ привел к тому, что компьютерная томография, которая долгое время была на вершине, скажем, пирамиды лучевой диагностики, стала утрачивать свои позиции. И вообще стали говорить о том, а нужно ли КТ или вообще пускай остается одно МРТ. Но так было недолго. Очень быстро стало ясно, что у метода КТ тоже есть очень важные достоинства, недосягаемые для от того же, до той же магнитной резонанс томографии, и в ряде случаев именно она должна выступать в виде метода выбора. Какие же это достоинства? Ну, прежде всего, извините, прежде всего это высокое пространственное разрешение, чрезвычайно важное для проведения ангиографических исследований. Это высокая скорость сканирования, также важная для ангиографических изображений, а также при сканировании пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Это визуализация плотных структур, не содержащих ядер водорода в своей структуре, да, это обозвестление, народные тела, отсутствие противопоказаний, связанных с наличием металли в теле, нет проблем с клаустрофобией, ну и, в общем-то, отсутствие требования к инструментарию, применяемому для каких-то инвазивных вмешательств под контролем КТ. Вот. И, соответственно, вот это вот соотношение достоинства и недостатков метода КТ и МРТ привело к тому, что, скажем так, ниши для их использования или задачи, которые стоят перед методами, в общем-то, были разнесены. И если так предельно попробовать все упростить, то, наверное, можно сказать, что МРТ информативнее, а КТ удобнее. В каком смысле? В том смысле, что если речь идет о выявлении дифференциальной диагностики очаговой патологии, то, конечно, вот это вот массив данных, который предоставляет МРТ, возможность взглянуть под различными углами зрения, как будет себя вести тот или иной очаг или вообще ткань печени при различных видах взвешенности, конечно, ну, оказывается в приоритете. То есть, конечно, для выявления диагностики очаговой патологии, наверное, МРТ оказывается методом выбора. Но если нужно провести исследование быстро, то, конечно, приоритет за КТ. Когда это важно? Когда нужно провести исследование сосудов. Когда нужно посмотреть пациента, который не может нормально выполнять команды по задержке дыхания. Одно дело, когда вы такому пациенту как бы, можете провести сканирование буквально за несколько секунд и отпустить его. И другое дело, если вы полчаса будете на магнитно-резонансном томографе мучить и с, как бы, с плохо, плохо прогнозируемым исходом. Соответственно, конечно, метод КТ в приоритете для предоперационной подготовки. И надо сказать, что компьютерная томография – это более стандартизированный метод исследования. Вот когда мы с вами говорим о том, что достоинство МРТ в том, что оно предоставляет массу серий изображений, не одну серию изображений, а несколько. И каждая дополнительная серия несет какую-то дополнительную информацию. С одной стороны, это плюс, а с другой стороны, встает вопрос, кто проводил исследование, какие импульсные последствия были включены в протокол, как были выставлены срезы, и возникает вот эта операторозависимость. Наверное, она не такая, как при ультразвуковом исследовании, но тем не менее она присутствует. И когда важно, чтобы исследования были выполнены однотипно, что чрезвычайно важно, например, при клинических исследованиях, особенно когда есть задача добиться этой однотипности в разных учреждениях, то, конечно, одно дело как бы, попросить выполнить компьютерную томографию, и другое дело пытаться добиться стандартизованного МРТ-протокола. Это гораздо сложнее. Поэтому вот как бы, основные, наверное, различия в целях и задачах компьютерной магнитно-резонансной томографии перечислены. Кроме того, о чем хотелось бы сказать? О том, что в целом результаты, скажем, анализа, результаты исследования пациента, лучевого исследования во многом будут зависеть не только от модальности, которая была проведена, но и от следующих важных параметров. Первое – это размер очага. Если размер образования, которым мы оценим меньше 1 см, как правило, четких диагностических критериев, каких-то подогмоничных признаков нам выявить будет крайне сложно. Если очаг больше 2 см, то чаще всего картина уже классическая и тоже особых, особых вопросов о том, что за очаг, с которым мы имеем дело, не возникает. А вот эта вот граница между одним и двумя сантиметрами, она, с одной стороны, самая интересная. То есть это как бы там, где уже появляются какие-то признаки, которые побуждают врача лучевой диагностики провести дифференциальную диагностику с другой стороны именно здесь и происходит большинство ошибок следующий момент это наличие предшествующих наблюдений Конечно, очень важно. Впервые вы проводите сканирование, или у вас есть возможность, как посмотреть, как выглядела эта печень полгода назад, год, ну и так далее. Конечно, это онкологический анамнез. Опять же, знаете вы о том, что у пациента есть локальное поражение какое оно, или вы впервые общаетесь с этим больным. Ну и, конечно, клиника лучевая, картина, которая может быть классической, типичной. Если речь идет о классической клинике лучевой картине, это где-то процентов 70 всех исследований, то провести дифференциальную диагностику не так сложно, и методы лучевой диагностики на коне, и, в общем-то, все достаточно просто. Но когда возникают атипичные какие-то признаки, когда как бы, картина отличается вот от этой типичной, то возникают сложности. Ну и прежде чем перейти к вот этой вот классической клинико-лучевой картине, которую я хотел бы там несколько минут уделить, я бы хотел сконцентрироваться на арсенале средств современного магнитно-резонансного исследования, которые обязательно должны быть использованы, с тем чтобы ну исследование, которое проводит, проводится пациенту, можно было считать. Качественным, квалифицированным и полным. Значит, Обязательно должны быть получены изображения в условиях естественной контрастности тканей, то есть получены изображения при различных видах взвешенности, как минимум Т1 и Т2. Конечно, нужно активно прибегать к изменению тканевого контраста, но прежде всего продавление сигнала от жира и воды. Конечно, обязательно должны быть исследованы желчные протоки в рамках МРХПГ применены контрастные препараты, как неклеточные, так и гипототропные, ну и обязательно в протокол должна входить магнитно-резонансная диффузия. Другие методики, такие как перфузия, спектроскопия, МРЛ-астография и прочие, они появляются, они, конечно, несут ценную дополнительную информацию, но пока, скажем так, в клиническую рутину не вошли. Собственно, теперь классическая клиника лучевой картины гипотецеллярной карциномы. Ну, в общем-то уже говорилось о том, что данное поражение является наиболее частой, наиболее частым первичным злокачественным поражением печени и в целом наиболее частым злокачественным поражением цирротически измененной печени. Вероятность возникновения увеличивается с возрастом, обычно развивается как следствие гепатитов с исходом в цирроз вот, печени, но могут быть и другие факторы риска. Все больше говорят о алкогольной, неалкогольной жировой болезни печени как факторе риска. Ну, и в целом может возникать в отсутствии да, вот таких факторов. А мужчины страдают чаще женщин приблизительно 8 раз. Ну, опять же, существуют различные макроскопические варианты гипотецеллярной карциномы. Есть различные типы гистологического строения, цитологического строения, все они отличаются еще и по степени дифференцировки. И, в общем-то, вот этому многообразию во многом был посвящен первый доклад сегодняшнего нашей, сегодняшней нашей конференции. И, конечно, вот раз речь идет о таком многообразии морфологического строения, конечно, это приводит и к ну, очень различным вариантам картины, в том числе и лучевой. Вот. Ну и когда речь идет о таких неоднородных как бы, выборках, конечно, существуют и различные классификации и системы стадирования гипоцеллярной карциномы, которые могут преследовать различные задачи, какие-то чаще применяются для определения вариантов лечения, в том числе хирургической, такие как барселонское, какие-то применяются для оценки ответа опухоли при своленных опухолях. Также появилась, да, вот этот вариант классификации или что ли вариантов стадирования гипоцеллярной карциномы, основанные на лучевых симптомах, лайрац, исходно да, исходную, да в американском радиологическом сообществе, ну и вот постепенно продвигаемая в остальные, скажем так, части мира. Ну, надо сказать, что в России все-таки вот такого широкого распространения, как, может быть, хотелось бы, они не получили. Да, и по Европе, хотя потихоньку да, идет распространение этого подхода, но тем не менее, как бы таким однозначно победоносным он не стал. Причин для этого может быть много. Наверное, как один из вариантов, то, что все-таки здесь довольно узкая как бы, категория пациентов может быть оценена. Да, в рамках этой классификации это пациенты с хроническими заболеваниями печени да, и вот при наличии очаговой патологии. А если речь идет, допустим, о той же гепатокарциноме, все-таки это не, ну, не такое частое образование. считается, что ну, даже в специализированных центрах обычно это там, 15, 20, 30 максимум таких пациентов в год. Соответственно, это 2-3 человека в месяц. И если врач лучевой диагноз не так часто с ними встречается, то, скажем, глубоко погружаться в столь подробно проработанную классификацию, ну, наверное, скажем, не всегда бывает оправдано, тем более если речь идет о неспециализированных стационарах, да, где, естественно, эта патология встречается еще реже. Но, тем не менее, как-то анализировать изображение нужно. И, ну, и вот как один из таких вариантов как бы, попытки подхода к оценке лучевых изображений, отталкиваясь от в целом, скажем, этапов развития э э э узла печеночно-клиночного рака. А, ну, в целом считается, что да, так или иначе, в циротической печени, в циротической печени исходно появляется некий регенеративный узел, который дальше подвергается дисплазии, превращается, соответственно, в диспластический узел низкой степени дисплазии, потом высокой степени дисплазии, ну и дальше уже в гепатокарциному. Красным пунктиром проведена линия, отделяющая предраковое состояние непосредственно уже от онкологического поражения. Как мы уже сегодня обсуждали, не всегда есть возможность провести эту границу. И по данным морфологических методов исследования, конечно, есть сложности и при лучевой диагностике, но, тем не менее, это, стараться это делать нужно, и что нам помогает. Ну, считается, что в процессе трансформации новообразования меняется его кровоснабжение. Если регенераторный если пластические узлы имеют преимущественно портальное кровоснабжение, гепатокарцинома, как правило, все-таки это уже артериальное кровоснабжение. Соответственно, если вы видите пациента с серозом Первое, что вы должны для себя как бы, понять, есть у него очаговое поражение. Если есть какое-то очаговое поражение печени, то в первую очередь о чем нужно подумать, не гепатокарцином или это. Ну и по-хорошему, соответственно, нужно как бы дать ответ. Вот то, что видите, это регенераторный узел, это диспластический узел или это гепатокарцином. А как эту дифференцировку проводить? Если вы видите, что у пациента присутствует какое-то очаговое поражение, то есть узел сам рисуется, но при этом он из-за остальной ткани печени при всех видах взвешенности при динамическом контрастировании и в гепатоспецифическую фазу это говорит о том, что узел представлен обычными гепатоцитами, которыми ничем не отличаются, грубо говоря, от остальной ткани печени. То есть речь идет просто о регенераторном узле. Если появляется какое-то отличие в интенсивности сигнала, в данном случае у пациента узел это демонстрирует повышенную интенсивность на Т1-завершенных изображениях жироподавления. Можно задуматься о какой-то дисплазии, но дальше смотрим на динамику контрастирования. И в артериальную, и в портальную, и в равновесную фазу, да и в гепатоспецифическую, узел ведет себя, опять же, точно так же, как и гепатоциты в остальной ткани печени. То есть в данном случае, скорее всего, речь идет о регенераторном узле с повышенным содержанием гемосидерина. Дальше появляется гиперваскуляризация. Гиперваскуляризация ⁇ это плохой прогностический признак, это уже указывает на то, что какая-то дисплазия есть. Но! Это все-таки еще диспластический узел или гепатокарцинома. Смотрим на изображение в специфическую фазу и видим, что узел пока все еще так же накапливает контрастное вещество, как окружающая ткань печени, то есть функциональное состояние гепатоцитов там в общем-то такое же, как и в остальной ткани печени. Это говорит о том, что пока еще о гепатокарциноме говорить рано, и пока речь идет просто о дисплазии. Ну и последний вариант, когда мы видим гиперваскулярный очаг, который активно накапливает контраст в артериальную фазу, быстро его вымывает и не накапливает или очень плохо накапливает контраст в гепатоспецифическую фазу. В данном случае, в общем-то, сомнений в том, что это гепатоцеллюлярная карцинома практически нет. Компьютерная томография, конечно, также позволяет выявить очаг, если речь идет о, солитарном, о солидном поражении. Да, прекрасно демонстрирует динамику накопления контраста, то есть быстрое накопление препарата и быстрое вымывание. Но, к сожалению, возможностей применения гиподотропных контрастов у компьютерной томографии пока нет. Если узел? четко очерчен. Если он довольно большой, то нередко при компьютерной, да и при магнитной резонансной томографии появляется изменение структуры очага, появляется так называемая мозаичная структура, где ну, за счет очагов внутри узла некроза, фиброза меняется да, плотность образования, ну и вот появляется такая типичная картина. Но надо сказать, что действительно вот, не всегда удается четко провести э, границу опухоли, особенно на нативных томограммах, причин этому много. Одна из них в том, что и узел при гепатокарциноме, и окружающая ткань печени представлены гипотоцитами, и поэтому э, в ряде случаев и при МРТ, и при КТ э, саму опухоль, ну то есть ясно, что здесь что-то не так с печенью, но границу опухоли провести достаточно сложно. Помогает динамическое контрастирование, несколько лучше за счет тканевого контраста при МРТ, вот, но и при КТ, в общем-то, лучше начинается отрисоваться контурообразование, но, конечно, при магнитно-резонансной томографии есть еще диффузионно взвешенные изображения, да, и гипототропные препараты, которые позволяют еще легче сделать, ну, провести эти контуры. А тем не менее проблемы есть, еще они больше, если речь идет о каком-то многоочаговом поражении, цератическом типе роста, вот гипотропный контраст мы говорим о том, что в норме считается, ну, типичная гепатокарцинома должна контраст гепатотропный в специфическую фазу не накапливать. То есть гепатоциты здесь работают плохо, поэтому они либо вообще не должны накапливать контраст, либо должны накапливать его замедленно. И вот эта степень замедленности, она может быть разной, причем даже у одного пациента, даже в одной и той же печени, в одном и том же опухолевом узле. То есть в данном случае тут вот один такой опухолевый гонгломерат, и мы видим два узла, один из которых вообще не накапливает гепатотропный контраст в специфическую фазу, а второй накапливает его замедленно. В общем, то корреляция определенной присутствует и вот с диффузионно взвешенными изображениями. Более того, есть даже публикации и там немало наблюдений о том, что высокодифференцированные гепатокарциномы могут накапливать гепатотропный контраст более интенсивно, чем остальная ткань печени в соответствующую специфическую фазу. Но все-таки это довольно редкие такие исследования, и в нашем, у нас такого опыта не было. Что касается диффузии, то, конечно, гепатокарцинома, как правило, демонстрирует признаки ограничения диффузии, да, то есть при на сырых диффузионно-известных изображениях с высоким фактором взвешенности обычно они продолжают ярко светиться, причем измеряем коэффициент диффузии у них один из самых низких среди всех очаговых, злокачественных очаговых поражений печени, но все-таки, на наш взгляд, диффузия – это не про дифференциальную диагностику, это больше про выявление очагов как таковых. Ну и, конечно, особого внимания и целом там, большого разговора заслуживает направление оценки э, инвазии или тромбоза э, различных сосудистых структур. Частично прозвучала э, да, информация об этом в предыдущем э, докладе. Конечно, приоритет э, э, за оценкой состояния сосудов за компьютерной томографией. Прекрасно показано, как поражена э, в данном случае э, правая ведь воротной вены. Э, Но ну и магнитная резонанс томографии может быть информативной, причем э, э, иногда даже до введения контрастного вещества. Как вы знаете, на изображениях основанных на полувосстановлении Фурье обычно сосуды, где быстро течет кровь, выглядят черными. Соответственно, если есть замедление кровотога, интенсивность сигнала от сосуда повышается. И здесь даже без введения контрастного вещества можно сказать, что речь идет о тромбозе воротной вены ну и заключение, да, я хотел бы сказать, так, подводя итог, как да, должна выглядеть классическая картина гепатокарцинома. Это неоднородная гиперваскулярная опухоль в циротической измененной печени, то есть должен быть цирроз, должно быть накопление и вымывание контрастного вещества, если речь идет о мелком очаге, он может быть однородный. Если он более крупный, то это мозаичная структура. Возможно поражение сосудов, прорастание воротной вены чаще, но могут и другие сосуды вовлекаться, повышение альфа-фетопротеина, капсула, продолженный рост, признаки ограничения диффузии, ну и, конечно, замедленное накопление контраста при исследовании гипотоспецифичных препаратов, в соответствующую специфическую фазу. Еще раз скажу, что приоритет. На наш взгляд, за магнитно резонанс томографии, выявление инференциальной диагностики, компьютерная томография это ангиография, это предоперационная подготовка и это технические нюансы проведения сканирования. Спасибо.